Всем привет! Во вторник у нас Лига чемпионов страна-то. За турнир, который я не считаю официальным. Это просто ну, такой какой-то такой натовский турнир. Вот. Потому что российские клубы, они незаконно отстранены. И я не считаю, что это... Тут разыгрывается чемпион среди клубов Европы. Поэтому это все, я считаю, нелегитимно. Ладно, переходим к этому предсезонному турниру, который идет. И вот у нас четвертый тур. И Копенгаген по имени Датское дно играет с Манчестер Сити. Ну, матч, который прошел неделю назад в Англии, Манчестер Сити просто уничтожил Копенгаген 5-0, а мог и 25-0 уничтожить. Ну, не захотел, Холланда убрали, сказал, уходи, хватит. Это наши... Да, Дания – это хорошая страна, это наши партнеры. Ну, не надо их так обижать. Не надо, тихо. Ты к тому же норвежец, Холланд. Ты с датчанами должен быть хорошим другом. Не надо их обижать. Да. Короче, 5-0 они грохнули там. Сейчас им предстоит ответный матч. Как они сыграют, хуй его знает, ребят. Вот эти топовые клубы, да, вот как Зенит, ПСЖ, Манчестер Сити, они играют там как тогда, когда им нужно. Когда им нужно. Вот им, блядь, надо было чуть-чуть нужно, Манчестер Сити с Копенгаген. Они их грохнули 5-0, показали, ну вот вы это, вот, и ваше место здесь. Нужно было Манчестер Сити грохнуть Манчестер Юнайтед. Они их грохнули. Причем там счет должен был не 6-3 давать, а гораздо больше. Вот, поэтому абсолютно непонятно, когда они будут играть. Поэтому Манчестер Сити, условно говоря, может сегодня сыграть 0-0. Или с Копенгагеном может сыграть 0-0, потому что, ну вот решили мы сегодня отдохнуть перед чемпионатом Англии, да, вот. Тот же, блядь, чемпион Франции, вот последний тур, когда ПСЖ сыграл ничью с Реймсом. Вот, 0-0, ну, слушайте, ну, захотели бы так сыграть. Вот, поэтому будет ли разгром снова в Копенгагене, да, не знаю. Но я думаю, там будет много голов. Вот, а как вообще Копенгаген выступает? Раньше это была крепкая команда, сейчас она превратилась в датское дно. Даже по уровню чемпионата Дании это датское дно. Последний матч их они пропускают дома с какими-то датскими колхозами, играют ничью, проигрывают. Там вообще пиздец, короче. Такого, кстати, у Копенгагена никогда не было. Вот это была довольно-таки крепкая команда. Сейчас они пропускают много даже от датского дна. Причем конкретно какие-то норшеллинды, блядь, ебленди, блядь, какие-то датские белые медведи. Ну вот, и я думаю, как бы снова Манчестер Сити не накидал там до херища. Вот, но при этом, может, и Копенгаген забьет. Ну как же. Страны НАТО играют, надо. Надо Копенгагену дать нам забить гол. Поэтому на этот матч у меня будет очень... простой прогноз. Мой прогноз это тотал матч больше 3,5 за коэффициент 1,9. Именно 3,5. Ставку и прогноз я делал в букмекерском конторе Пари. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к моему ролику. Регистрируйтесь по ссылке. Манчестер Сити выиграет 25-0. А вы получаете фрибет 1000 рублей. Вот, в общем, переходите, регистрируйтесь и начинайте свою новую жизнь, папана. Вот, немного объясню, почему 3,5 больше. Ребят, я думал над двумя ставками. Или брать общий тотал больше 3,5, или Манчестер Сити больше 3. Вот такой вариант. То есть коэффициенты там одинаковые. Можно взять Сити больше 3, индивидуалку. А можно общий тотал 3,5 взять. Ну, я думаю, блядь, Копенгаген вдруг родит гол еще. То есть я считаю, если там будет Сити играть, он будет выносить на 5-0. Вот 5-0, 1-6, что-то такое будет, да? Если Сити не будет играть, там будет 0-1-0-2. Вот 0-2. Там и то, и другое не зайдет. Тут туда выбирать надо, блядь, что-то крупное. Вот, может даже стоит взять общий тотал больше 4. Вот там вообще коэффициент в облака. В общем-то, вот такой, вот такие у меня раздумья на этот матч. Повторяю свою ставку. Это общий тотал матча больше 3,5 за коэффициент 1-9. Смотрим матч и надеемся на очередной разгром. Всем пока.